В Петербурге полицейские разыскивают ночных стрелков. Двое мужчин открыли огонь из автомата около автомойки на Красносельском шоссе. Мужчины выпустили в воздух весь магазин патронов и скрылись на автомобиле. Делали это, судя по видео, ради увеселения. Игрища попали на видео. На кадрах видно, как один из мужчин стреляет, направив оружие вверх. Затем мужчины убрали автомат в багажник белого хэтчбека и уехали.